В эфире новости Анапа регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Сегодня на Кубани день траура. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев в связи с массовым расстрелом учащихся Керченского политехнического колледжа. В Анапе с утра приспущены все государственные флаги, отменены культурно-массовые мероприятия. Страшная трагедия в Керчи потрясла всех анапчан. Многие пришли на траурное мероприятие возле часовни Святого Осии, потому что это общее горе. «Сегодня мы скорбим вместе со всей Кубанью и со всей страной», – говорит глава города Юрий Поляков. «Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Скорблю вместе с ними. Раненым желаю скорейшего выздоровления». Слова сопереживания также выразил председатель Совета города-курорта Леонид Кочетов. К такой большой беде нельзя остаться безучастным, и анапчане вновь показали, что мы всегда готовы поддержать, протянуть руку помощи. Сегодня мы разделяем боль невосполнимой утраты вместе со всеми родными погибших. С минуты молчания в память о погибших в Керчи началась пленарная часть форума «Дело за малым». Он прошел накануне в Краснодаре, и главными его участниками стали представители малого и среднего бизнеса. В работе приняла участие и анапская делегация, которую возглавил глава курорта Юрий Поляков. Подробности в нашем материале. Уверенности в завтрашнем дне. Высказанное губернатором Кубани пожелание как нельзя точно совпадает с надеждами самого бизнеса. Малое и среднее предпринимательство сегодня один из основных драйверов экономики. Вместе с тем, это наиболее уязвимый сегмент бизнеса. Как защитить его, об этом говорил и Вениамин Кондратьев. Форум «Дело за малым» набирает свою активность, набирает свои обороты. Это подчеркивает, что нужен форум, нужна эта площадка для общения, для обмена мнениями, для обмена решениями тех проблем, жизненных проблем, которые сегодня возникают перед малым, средним бизнесом. И что само по себе не может не радовать, что эти проблемы, которые или их решения, которые обсуждаются на площадке форума, находят реальное уже отражение нормативных актов, которые на уровне и федеральном, и краевом принимаются. Это, наверное, есть его прикладное значение, которое сегодня необходимо жизни, необходимо малому, среднему нашему бизнесу, необходимо развитию экономики региона, конечно, всей страны. Главная тема пленарного заседания – цифровая трансформация бизнеса. В числе спикеров – уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, заместитель министра экономического развития страны Вадим Живулин и многие другие, от кого зависит финансовая стабильность России. Специальным гостем стал американский актер и продюсер Стивен Сигал. Такого рода мероприятия – это прекрасная возможность для всех, для малого, среднего, крупного бизнеса, поскольку у всех есть возможность высказать свое мнение, послушать экспертов и что-то для себя новое узнать. В составе анапской делегации было 65 предпринимателей. В большинстве своем они представляют санаторно-курортную отрасль и торговлю. Это основа малого и среднего бизнеса в Анапе, и ему здесь комфортно. Об этом говорят новые предприятия, которые открываются на территории курорта. В Анапе очень большой сектор малого-среднего бизнеса. И, безусловно, людям требуется развитие. Им требуется поделиться своим опытом, получить этот опыт. Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса задействовано более 30 тысяч человек, а совокупный оборот только за первое полугодие превысил 25 миллиардов рублей. Все развитие у нас за малым и средним бизнесом, чему надо уделять внимание. В Анапе у нас есть программа для развития малого и среднего предпринимательства, но надо стремиться к лучшему, потому что основное, то, что мы имеем, это малый и средний бизнес на нашей территории. Для анапских предпринимателей участие в форуме – уникальная возможность перенять опыт от экспертов и бизнес-тренеров с мировым именем. Впервые форум «Дело за малым» прошел в 2016 году. За два года количество участников выросло втрое. И это лучшая оценка его эффективности, говорят организаторы. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа регион. Как бороться с незаконным строительством? Это стало сегодня главной темой селекторного совещания, которое провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Сегодня для Краснодарского края это одна из основных проблем. Сегодня здесь зарегистрировано порядка 1700 самостроев. Возглавляют этот список Краснодар, Сочи и Геленджик. В Анапе за последнее время ситуацию удалось стабилизировать, но проблема до конца не решена. После совещания в Геленджике мы подали еще 9 исков в суд. И у нас сейчас общая сумма 15 930. То есть первые суды у нас начнутся 24-23 числа этого месяца. Просто после того поручения вашего мы занимаемся этой работой.
понял, хорошо, хорошо, спасибо. Как правило, самострои появляются на наиболее инвестиционно привлекательных местах. Юрий Поляков поставил задачу муниципальному контролю выявлять такие факты на стадии котлована. Если же время было упущено, то не ослабевать контроль. Как только у застройщиков истекает срок добровольного сноса, нужно подавать повторные иски в суд. Значит, мы должны подать в суд за неисполнение решения суда еще 33 иска, да? На сегодня подано 11. Пожалуйста, поручение, Юр, управлению нашему правовому обеспечить эту работу в кратчайшие сроки. По поручению губернатора готовится постановление о мерах по пресечению самовольного строительства. В нем будут учтены все изменения, появившиеся в законодательстве за последние годы. Это позволит, если не полностью закрыть вопрос, то значительно облегчить решение этих проблем. В Анапе продолжается ремонт дорог. Так, в станице Гастагаевская сотрудники ДРСУ «Вираж» приступили к реализации масштабного проекта по практически полной реконструкции трассы в районе станицы Гастагаевской и Андреевой горы. Сюда включено не только восстановление дорожного покрытия, но участки более 4000 метров приведут в порядок тротуары, остановочные павильоны и прилегающую к дороге инфраструктуру. На работы из федерального бюджета выделено порядка 67 миллионов рублей. Срок окончания – май следующего года. Кроме этого, с начала прошлой недели в Субсехском сельском округе также начались дорожные работы. Серьезные изменения коснутся центральных улиц села. Сейчас начали асфальт класть по улице Центральной. Производится укладка первого слоя асфальта от дома 15 до улицы Прибрежной. Улица Жлобу, улица Горького, Николаевская и Новоселов. Будет в щебеночном исполнении сделаны дороги. И в следующем месяце будет ямочный ремонт в городе Анапе. Уже в начале ноября тяжелая техника появится и на других улицах Анапы. Капитально отремонтируют улицу Промышленную и 40 лет Победы. Все больше мальчишек и девчонок со всей страны приезжают летом в Анапу. Самый известный детский курорт России в этом году посетили около 100 тысяч детей. Такую статистику привели в Анапском линейном отделе МВД России на транспорте. По железной дороге на курорт приехали 87 тысяч ребят в составе делегаций и в сопровождении руководителей групп. Их привезли 605 поездов, что на 11% больше, чем в прошлом году. Почти 10 тысяч юных пассажиров приняла воздушная гавань курорта. 158 авиарейсов со всех уголков страны доставили детей на оздоровление и отдых в Анапу. Это на 33% превысило показатель предыдущего года. Около 100 тысяч детей силами сотрудников анапской полиции на транспорте были сопровождены до мест пребывания, обеспечены безопасность условиями перевозки. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.